Прикол. Вот так она запарковала машину. Но мужики, кстати, заступаются. Говорят, что она права, потому что это неправильно припарковала. Машина ушел посередине дороги. Сейчас она его тюкнет. Уже тюкнула. Тетка разозлилась. Да, ты, Юся? Ну, конечно, молодец. Машина в платье, на велосипеде. Катаемся. Мара, ты тут? У-у-у! Просто вот как в платье ехать на велосипеде. Мастер-класс от мамочки. Бам-бам-бам. Говорите, что вам показывать сторис. Буду показывать. Видите, одна русская речь кругом. Идешь, 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 идешь. И тут хоба. Вот они, русские люди. Их видно издалека, они все в телефонах. Давай, давай, говори. Мой друг. Говори, говори, говори. Отстань. Пойдемте на УЗИН. Маруся, модняшка.